Всем приветик! Мы начинаем наш влог сразу с покраски волос. Я сижу, влог монтирую. Маргуша сказала, что она хочет сама покраситься. Точно сама сможешь? Mm-hmm. Смотри. Знаешь, что бы ты сделала лучше? Смотри, потом, когда будешь голову мыть, шампунем не мой вот эти прядки, старайся. Потому что шампунь все смоет. 50% он тебе сразу смоет. Нет, одинок. Что вы тут делаете? Наша принцесса еще спит. Посмотрите. Принцесса, ты будешь вставать? А? Нет. Спящая красавица. Давай, вставай, уже 1:30. Давай. Это ты готовишься, да, к Новому году, высыпаешься. Выспаться надо, Новый год встретить, да, королем? Я сижу, монтирую влог, сейчас я монтирую, сижу. И начнем потихонечку резать салатики. А что такое? А что такое? Что такое? Папа с Максом пошли подстригаться. Парикмахерскую. А у нас там где это? Коп. Там внутри, видела? У нас сегодня не облачко на небе. Очень тепло. Хорошая погода. Наделись на снежок, но нет. Нету снега и не будет. Так, ладно. Я все никак не могу домонтировать. Я смотрю этот ТикТок. Там в этих... в трансляциях все салаты режут. Я сижу, главное, смотрю, как другие режут, а мне самой надо резать. Нет, я смотрю. А я сейчас, мама. Никак не могу домонтировать. Еще осталось сколько? Вот этот вот кусочек. Вот этот небольшой кусочек остался. И все. И буду тогда уже готовить. И нужно достать индейку, посмотреть, что там с ней. Куда лезешь? Мама, нам еще подарки нужно упаковать. Подарки упаковать, точно! Ё-моё! Давай. В общем, я решила упаковывать подарки. Этот подарок для Ксюши. Оставлю я все в этих пакетах, потому что у меня нет столько упаковочной бумаги. Они очень большие. Вот, это подарок для папы. Это Ксюши. Просто заклеила вот здесь вот скотчем. И вот так вот под елочку. Под елочку. Опа. И все. Привет. Ну что, как? Круто. Классно получилось, очень ярко. Круто. Красиво. Оля! Подстриженный. О-о-о! Ну-ка, заценим твою стрижку. Ух ты! Вот это да! Вот это коротко. Красиво. А что это такое? У вас посылки, что ли? Да, но там немножко сломалось. А, это бабушкина. Это бабушкина посылка, это тоже бабушкина посылка. Это должен быть кошачий корм, 10 килограмм. Так, а что это такое? Подарок? Да. Ох ты, подарок для мейн-кунов. Для карамелю? Карамель, да, конечно, карамель. Ура, приехал. Там гранное. Да. Ну, 10 килограмм. О, проснулась. Ну-ка еще раз давай на свету посмотрим. Круто тебе так еще причесали. Хорошо, тебе нравится? Нравится? А полосочки не захотел здесь? Нет, не захотел. И папа тоже подстригся. Молодцы. Пойдем, он хорош. Ну-ка отпусти, как он побежит. Мне нравится, как он бежит. Бежит, бежит. Ну это нет, это наверное, на месяца, на полгода, наверное, хватит. Да.
время. О, тут пюрешки от Макдональдса. Пришло время доставать индюшку. Надеюсь, она хорошо промариновалась. Будем выпекать сейчас в 7 часов вечера. Индюшка уже поджарилась. Мне даже не больно, когда я трогаю. Как будто мне ничего не закрывай. Зачем закрываешь? Она должна подсохнуть. Так, здесь у меня жарятся креветки уже готовы. Мы сейчас сделаем крабовый салат, но у нас получится не крабовый, а с креветкой. Креветный салат. Потому что крабовые палочки не получилось у нас купить. Осталось у нас только вот это. И я приготовила креветки. Ну ладно, в принципе, какая разница. Попробуем с креветками. Креветный салат. Бонечка. Маргоша чистит яйца. И еще я хотела сделать, знаешь, какой с этим папе нравится? С консервной рыбы. Мимоза называется. Сделаю, наверное, маленький салатик. Мимоза мне нужна будет. Нет, вот это вот. Много салата, очень много. Так, что еще? Все, можно. Оливки тоже бабушка любит. По-моему, огурчики соленые нам уже больше не нужны. Ну и все. Ну, все почистить. Кукурузку осталось. И все. И майонезику. Сможешь? Да. 6 минут. Тут готова индейка. И мы потом будем кушать? Да. Нет, смотреть будем. Не любишь? Привет, Макс, это Алито. Ты что? Он же сам хотел креветки. Не знаю. Он сам хотел креветки. Передумал. Вот так, да? Так, я первый раз буду пробовать салат. Вместо палочек. Креветки. Ой, я зря все. Ну, ничего, так. Только вот этот салат с огурцами нужно прям сразу съесть, завтра он будет нехороший. Потому что огурчики свежие. Оливье еще можно как-то. Но вот этот салат прям нужно сегодня съесть. Давайте садиться кушать, хотя бы салатики покушаем, потому что это не готов еще наш павлин. Еще 30 минут поставила. Все? Ой, чуть не улетела бутылка. Эй! Так, это что у нас? Это у нас с креветками, оливье и мимоза. Мама, ты тут? Мне без разницы, где я. Садитесь, где хотите. Дом, где я, да? Дом. Дом, квартира. Так. Так, все? Я вот этих еще хотела зажечь. Apple and berries. Не надо, я не боюсь. Не надо? Почему? Я боюсь. Ну ладно, пускай просто стоят. Для красоты пусть стоят. Так, ладно, все, садимся салат. Если я выключу свет, сильно будет темно? Вот так. Нормально или темно? А, нет, надо вон те включить. Теперь праздник. Праздник к нам приходит. Мама, вот этот вкуснее. Какой? Может, им другие стаканчики? Мне кажется, они их уронят. Нет, я хочу. Такой хочешь? Проснулся Филипп. Филиппыч. Не трогай, Каролина. Пусть сидит. А ты что хочешь? Филипп, Филиппыч, он пришел проверить, что мы тут едим. Что тут есть. Ну, пусти его, посади его на стульчик. Пусть сидит. Мы сейчас салатами наедимся, и никакая у нас там индюшка не поместится. Оставим ее на завтра. 9 только? Да. Дед, смотрите, сколько у нас подарков. Меня потом Дед Мороз, видишь, пришел, подарил. Дед Мороз? Нет? Дед Мороз? А кто? Дед Мороз. Это я? Мама, это Дед Мороз. А как раньше нам бабушка подкладывала, а? Мы потом просекли. А знаешь, как мы нашли с братом? Мы нашли у бабушки записку нашу для Деда Мороза. Она сказала, я пойду на почту, я отправлю. А мы потом в сумке у нее нашли. Искали конфетки у нее. И нашли записку. И думали, ну все. А потом, когда было 12 часов ночи, салют. Мы уходили на балкон смотреть, там стрелять с этими палками. И это. А бабушка либо мама
кто-то с нами оставался, кто-то шел за подарками. Да, и нет, ты выходила, подкладывала под елочку подарки, заканчивались фейерверки. Мы выходим. Дед Мороз приходил, пока мы там смотрели. Вот такие, да. Некогда было ждать, он дальше пошел на квартиру. Мы такие, да, да, конечно. Ну, мы несколько лет еще верили, а потом уже. Бабушка один раз пришла Дедом Морозом, да? Помнишь? Дивизию. Бабушка, где костюм? Она сшила специальный, да. И она такая заходит, ты заходишь, а Маргарита сразу: это же Баба Галя, говорит. А почему Баба Галя так оделась? Она сразу поняла. Маргарита. И Маргарита-то маленькая была, ей было годика 3, наверное. 4. И она сразу засекла, что это бабушка. Корочка у нее подгорела. Жопка сгорела. Еле как разделали. Очень мама сложно отрывается. Но это только шкурка поджарилась. Неаппетитно. Неаппетитно? Вот попка неаппетитна. Прямо в твою сторону попка. Осталось 15 минут. Мы встречаем Новый год вместе с Испанией всегда. Включаем программу новогоднюю, концерт и ждем. Маргуша спит. Не выдержала. Никто сегодня не захотел наряжаться, надевать платье. Вон Каролина тоже говорит: не хочу платье. Я тоже не захотела. Знаете, так по-домашнему. Читала в интернете, было написано, что нужно встречать Новый год в удобной одежде. Бабушка хотела надеть красную кофту, но прочитала я, что красный цвет нельзя. Вот, и надела она голубенькую. Ничего не видно. С Новым годом! Это здесь лето, что ли? Да. Смотри, мама! Это ты была там, стреляла? Да. Круто! Смотри! Как красиво! Мама! Самый красавчик ты в этом месте. Все, теперь убирайте. Конфетишки. Мама, смотри. Ну, если быстро проводишь, конечно, не больно. Можно мне выключить? Так, подарки открываем. Каролина. Макси. Это Дед Качулько. Мама, можно быстро. Качулько. Вау, две сразу! Это Это для Карлочка! Маргуша, подарочки открывай! Открывай, открывай, давай! Просыпайся, алло! Маргурито! А бабуле? А бабуля! Это для Баба! Баба! Ой, спасибо. Еще один, это también, баба. Это de la Gaba. Это тоже бабуля. Вау, у тебя нет такой? Я таких подарков никогда не получала. Корзинка. Корзинка. Для ниточек. Для ниток. Ой, да. Спасибо. Только никак не вижу я. Должна спасибо. Я тебя люблю. Еще открывай. Наверное, подушка. Чтобы удобнее спать было. Чтобы было мне мягко спать. Да ты что?
Я надеюсь, подойдет. Да давай мерить. Это? Ты 50 штук целых. Давай мерить сразу. Надеюсь, будет как раз. Пожалуйста, пусть будет как раз. Нормально? Нормально? Да. Нормально? Хорошо? Спасибо. Носи на здоровье. Спасибо. Красиво. Макса, машинка еще одна. Рви, оси. Или ножницы, принесите ножницы. Это я захочу. Свитерок. А, кто у нас папе дарил? Ксюша? Да, вы друг другу дарили. Свитерочек такой вязаный. И куртка. А ла мода. Теплая куртка зимняя. У бабушки сегодня куртка и у папы куртка. Jack Jones, Jones. Jack and Jones, тепленькая зимняя. Есть такие. Это то, что там внутри находится. Давай, Маргарита, твоя очередь. Ксюша еще не открывала? Да. А мне потом. Что там такое? Не знаю. Колечки? Или сережки? Или браслеты? Сережки? Сережки? Да. И колечки. Ты же хотела все колечки купить, никак не решалась. Это побольше, это поменьше. Это либо на мизинчик, либо на безымянный. А вот это побольше. Мама, тут написано Маргарита. Как ты думаешь, что это? Айфон. Айфон? А вдруг там внутри? А вдруг там не обувь? Не, закрой глаза. Это нурдика. Откуда вы знаете, что я хотела бы? Я знаю. Я все знаю. Мама все знает. Такие вот блестящие. Что там еще попалось Максу? Вот такие вот пульки. И журнал. Подожди, это Star Wars. Смотри, тут какая-то книжечка. Угу. Про карточки. Карточки нужно собирать и вот сюда вставлять. Где мой пистолет новый? На шифонере. Ксюш, твой пакетик, ты свой не открыла. На. Открывай. Закрой глаза. Я знаю, что там. Да, для Ксюши это не сюрприз. Мы знали, что она хотела, поэтому взяли то, что она хотела. Для нее это не сюрприз. Острова манго. Три. Вау, толстовка! Как круто! А можно пореалистичней? И куртка. Да, и курточка. Как у Маргариты, которая у нас вчера. Маргарита тоже такую купила себе, да. Чек энд Джоунс. Вот такая вот, она не продувается, не промокает. Она очень красивая. Как облака, небо. Мандо. А, вот нормально, супер. Угу. Потому что я не стала 38-й брать. Ты уже 39-й почти носишь. Ну, круто. Потому что она свои отдала же Ксюше. И я помню, что ты хотела такие. Поэтому мы пошли искать. Еле как нашли. Вот тут. Спринто. Мой подарок, да. Сейчас я покажу мой подарок. Но я мой подарок знала, потому что мне должна была Каролина выбирать. Я сказала, что я хочу. Поэтому ну, сейчас покажу. Еще один подарок забыла тебе упаковать. Теплые носочки. Спасибо. Я забыла совсем. Спасибо. Сейчас только нашла. Они хорошо тянутся. Видишь, они такие мягкие. Я хотела положить в корзинку и забыла. Чтобы корзинка не пустая была. Все, я положила. Мой подарочек, и это духи. Мама, я это хотела. Это я тебе. Да. Я хотела себе духи новые, не на речи. А вот. Я как первый раз их увидела, сказала, все, подарите мне на Новый год. А это масочки. Здесь вот такая вот масочка. Вот такая вот маска. Для губ гигиеническая помада. Максим. Очень красивые. Это духи. Да. Это твои любимые. Да. Только что должны быть они белые вот тут. Они были раньше прозрачные, а теперь вот такие. Это новое. Мама. Такое яблочко маленькое. С
следующий раз куплю большое. Духи продаются или нет? Твои? Да. Да. А Фильке подарили 10 килограмм корма. А Боньке? Ничего. Боньке? Тоже корм. Да, Боньке тоже корм. Ну-ка, курточку покажите. Так-а. Заценим. Только она без капюшона. Мне всегда нравится, когда куртка с капюшоном, да? Мне нравится без. Потому что если потом у толстовки еще капюшон, потом капюшон, потом еще капюшон. Угу. Ну-ка, Маргарита, иди одень свою. Никуда не одеваю. Так, подожди, давай вещи подымем. Ну, теперь две близняшки. А мне тоже больше нравится с капюшоном. Мне тоже больше нравится с капюшоном. Мне нравится, почему-то нет. Я не люблю капюшон. Или хотя бы сделали бы, чтобы он отстегивался. Нормально? Делать будешь, когда дождь пойдет. Когда дождь пойдет, зонтик надо брать с собой. Так, все, 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 все подарки открыли? Намусорили? Какие классные. А у меня тебе 5. У тебя 5 теперь? Много так. Ксюша, ты все карточки уже собрала? Я уже все внутрь, просто не помешать, не хватает 3 страницы. Ага. Поэтому я какие-то назад еще, смотри. Просто 3 страницы не хватает, чтобы все заполнить. Угу. Где-то. Прикольно. Повторки есть? Да. Вот. Много? О, нормально так. Тоже есть какие-то блестящие, да? Угу. Переливаются, которые. Прикольная такая толстовочка. Угу. Принт. Пластыри. Что-то жарко стало. Конечно, жарко в толстовке сидеть. Маленькую. Ну, только на лапку дает. Думает, возьми меня уже, возьми. Так, мы уже все убрали со стола. В общем, у нас осталась индейка. Это нам на завтра. А салатики мы все съели. Салаты не остались. Вот остался кусочек один. Все доели. Все, улеглись. Спокойной ночи. Свет выключаем? Да. Все, спать. Я не могу спать. Осьминожка твой упал. Все, ребят, всех с Новым годом. У меня третий глаз вырос. Третий глаз, видите, у меня вырос. Прям шишка такая. А что это? Прыщ? Да. Все, мы будем спать, ложиться. Всех поздравляем с Новым годом. 3 часа ночи. Все, хватит. Все, пока. А завтра мы будем кристалл делать. Да, завтра будем кристаллы делать. Все, ребятки. Всем пока.